Доброе утро, мои уважаемые три подписчика. 10 июля, 6 утра, и мы с товарищами Романом и Михаилом стартуем на юг. Доездим первые 1500 километров, очень интересная процедура, то есть мы просто едем прямо и никуда не поворачиваем, поэтому вам его показывать не будем. В Жухле мы проехали 1000 километров, мы в Красном Сулиме. Это Рома, смотрите, какой он классный. В общем, здесь классный карьер находится какой-то. Не знаю, может, не карьер, но здесь можно купаться, мы сейчас это будем делать. Но самое главное, что у нас эндуро началось еще до гор, и я очень надеюсь, что мы завтра сможем отсюда выехать. It's hard to let you go. Это мы так решили остановиться в каком-нибудь тихом месте. У нас с одной стороны играет пневмослон, с другой стороны что-то еще. Короче, мы где-то под Ростовом, вернее, за Ростовом. Тут пипец как жарко, где-то градусов, наверное, 37. Мы наслаждаемся дорогой, все великолепно. Мечты мечтами. А сейчас вашему мальчику просто необходима игрушка, с которой ему никогда не будет скучно. Детский металлический конструктор. Тут такое течение, что мы не смогли искупаться, потому что просто уносит. По колено зашли и все. Че, видно что-нибудь? Где деньги, Лебовски? Роман поймал добычу на ужин. Сегодня мы не будем голодать. Или будем. Мы доехали до Карачаево-Черкесии, буквально только что прошли границу. Соответственно, сейчас мы будем делать то, чем мы собирались заниматься, а именно кататься на мотоциклах. Погода просто бомбическая, за бортом примерно 27 градусов. Впереди у нас горы. В общем, сейчас будем наслаждаться. Блять, ни хуя себе. Куда мы, блядь, поехали? Пацаны, куда мы поехали? Образовалась небольшая дырочка вот в этой 5-литровой бутылке, которую я хотел переложить, но что-то не подумал об этом. Ну и, в общем, все это смешалось с гелем для душа, влажными салфетками, моими сухими вещами. Очень классно все, да. Mama always said I was born on the wild side. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Ребята, мы доехали до Пхи, смотрите, какие мы классные, все промокли к чертям, в дождевике только Миша. Дорога была великолепная, видите ее, она просто чудесная, под ливнем особенно, просто класс. Теперь говорят, что дальше дорога будет еще хуже, поэтому... Да, не унывай, мы хотим туда поехать, поэтому. Хочу показать участок дороги, на котором Pilot Road 4 – это самая плохая резина, о которой только можно подумать. Ничего необычного, грунтовка вообще лайтовая, погода – кайф. Обожаю путешествовать на мотоцикле, это просто великолепно. Gonna ride the lightning, feel
the thunder till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing. Бывают истории, когда ты понимаешь, что в жизни нужно что-то менять. Рома, например, в горах решил, что ему пора менять сцепление. Никогда не повторяйте это, потому что... Я знаю, что сегодня ночью ребята будут меня анально карать. Ты не в моем вкусе. Волосы у тебя, конечно, красивые, но... Мы, кажется, поменяли сцепление, но мы пока все еще не знаем, что нас ждет за следующим поворотом, потому что здесь дороги просто пипец. Камни просто там, конечно. Я так не играю, пацаны. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin for a fool's gold. Так, Арома, здорово, как дела? Отходим потихоньку, отходим. Тихо, не кипишуем. Все нормально, пацаны, все свои. Я беру левее, не нормально все. Так, все нормально, детишки, разбегаемся. Здорово, пацаны. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. В общем, из-за вчерашнего наши планы, скажем так, немножко поменялись, и на Софийские водопады мы таки решили поехать сегодня. Я надеюсь, что такого легкого дочка, который был вчера, мы больше не встретим. Ебаные волки, пиздец, я ебал эти брады, блять. Поэтому сейчас вот собираемся потихоньку завтракаем и отправляемся. Молодцы, мы доехали до Софийских водопадов. Сейчас пойдем на ледник. Дорога вообще офигенская. Все очень счастливы, преодолеть бродов, речек всяких. Уронить мотоцикл примерно раза три, наверное. В общем, восхитительно катаемся. Все прекрасно, просто пошел небольшой дождик. И мы типа дико ныкаемся под елками. Миша грустный какой-то. Почему грустный? Потому что эндуротрип невкусный. Шли вторые сутки нашего сидения под елкой. Дождь не думал заканчиваться. Миша говорит, что мы грызем кору. Это неверно, на самом деле. Мы ждем, кто первый сдохнет, чтобы его сожрать. Сходили мы на водопады, короче, подышали свежим горным воздухом. Есть небольшие нюансы. Прошел дичайший ливень, и все речушки, которые мы сейчас форсировали, будут чуть более полноводными. Наша дальнейшая поездка обещает быть очень интересной. Я в такие моменты вспоминаю джиперов. Мы сами придумываем себе какие-то проблемы, а потом героически их преодолеваем. И мне кажется, это полным бредом. Но, с другой стороны... С другой стороны, наверное, что-то в этом есть. Главное, чтобы асфальт был скоро. После Софийских водопадов мы несколько промокли и замерзли. И решили на этом не останавливаться и поехать туда, где будет еще холоднее. Подняться наверх к какой-то там, черт, лаборатории.
Самое крутое место, куда можно приехать на закате в Архызе, мне кажется, это астрофизическая лаборатория. Собственно, мы так и сделали, мы сюда приехали и заселились в гостиницу «Уран». И вообще ночь обещает быть звездной, так что это все очень круто. Весело тут у тебя. А Миша где? Охуенно. Миша где? Не знаю, где Миша. Короче, ребята, которые дали нам дыню, сказали, что будет экскурсия по ночному небу, типа они на нее пойдут в 10 часов вечера, можно сходить с ними. Мы приехали в Домбай, и некто по имени отвел нас в очень странное место. Это лес. Здесь очень красиво. Есть костер, пресная вода и места под палатки. Мы довольны. Мы чудесно переночевали в лесу где-то в Домбае. Сейчас собираемся ехать на Алибекские водопады, а потом на Горное озеро. Если нам повезет, сегодня к вечеру мы доберемся до Бермамыта. Погода отличная, и по ходу ближайшие дни будет очень жарко. Мы приехали к озеру Туманлы-Кёль. Вода холодная. Теперь нужно заставить этих людей полезть купаться. Не все согласны, кажется. A thief walking the streets trying to steal my hope, steal my dreams, dressed up in disguise, whispering lies so sweet. I don't wanna go one more day watching you take all the good things in this life the good Lord gave. I'm taking back what belongs to me. I'm ready to fight. Taking back what the enemy stole from my life. You can knock me down, I'm gonna get back up every single time. I'm taking back. I'm
Здравствуй, дорогой дневник. Сегодня вечером мы должны были приехать на плато Бермамыт, но ехали мы очень медленно, поэтому приехали на плато Бермамыт ночью. И как ты, наверное, видишь, за спиной у меня явно не тент палатки. Потому что мы богатые. Да, мы богатые, можем себе это позволить. Это, в общем, такие моднейшие вагончики, которые поставили вот тут буквально вчера, нам сказали. Мы ночуем в суперкомфортных условиях за 1000 рублей с человека. Туалет, правда, на улице, но ничего страшного. Доброе утро, Эльбрус. Тут я что-то непонятное говорю. Это Рома. Дорогой дневник, уже неделю как мы в горах. Из новостей у нас: у Ромы немножко отвалился кофр, у меня немножко помялся глушитель, жарко, остальное все прекрасно. Мы наслаждаемся Славутском, природой. В общем, супер. До водопадов, это водопад Эмир сзади у меня. Что хочется отметить: как вы, наверное, уже заметили, дорога до Джилысу — это просто что-то восхитительное. Мне хочется сравнить ее, наверное, с трассой ЮВК в Крыму, потому что это что-то очень бомбическое. Это офигенное количество поворотов, спусков, подъемов, нереальный вид на Эльбрус. И если вы хотите круто покататься, то обязательно сюда приезжайте. Вот мы остановились на Эльбрусе и, кажется, дальше не поедем. Роман, как вы себя чувствуете? Все в порядке? Охуенно просто. Нарзан не давит? Тут просто мы сейчас находимся в таком неловком положении. Там форточка вроде открывается. Мы сегодня на перевале Актопраг случайно заехали. Мега крутейшее место. Шикарный вид, нет ветра, нет насекомых практически. Сейчас только с утра немного набежали. В общем, обязательно к посещению.
искупались в Гижгите, немного освежились, доехали до противосилевой плотины в Тырнаузе, несколько задолбались и решили, что, в принципе, все точки, которые мы планировали на обыск, мы посмотрели. Сейчас поедем домой. Но чтобы было не скучно, мы решили поехать снова горными тропками. На этот раз, правда, без эндуро. Но хотя бы серпантинами. Here we are at the end of the road. A road that's quietly shaving in. Come too far to pretend that we don't. We don't miss where we started. Looking back, I see a setting sun. Watch my shadow fade into the floor. I am left standing on the edge, wondering how we got this far. How we got this far. They left us alone.